5 лет назад по инициативе клуба любителей бега «Сильвия» Юрий Виноградов подошел к нам и сказал, что у этого полумарафона большое будущее. У нас в Гатчине есть несколько знаковых спортивных мероприятий. Самое важное – это гатчинский лыжный марафон. Дополнительная реклама и виду спорта, и нашему городу, и дополнительная пропаганда физической культуры и спорта среди жителей города Гатчины дают такие важные знаковые мероприятия. И мы совместно с клубом любителей бега «Сильвия» начали работать над тем, чтобы полумарафон с каждым годом рос и развивался. И именно 5 лет назад мы с Юрием мечтали, чтобы полумарафон хоть когда-то появился в центре нашего города. Очень важно и для администрации города, и для всех жителей, которые занимаются спортом, которые придерживаются активному и здоровому образу жизни, чтобы в городе были такие крупные, красивые, масштабные спортивные мероприятия. Они учат не только соперничеству, совершенствованию спортивного духа, физических каких-либо качеств, но они учат болеть, поддерживать своих жителей, гатчинцев, гостей, показывать, что Гатчина дружелюбна. Мы большую пропаганду вели среди спортивных школ, общеобразовательных школ, среди спортивной общественности, чтобы они поддержали нас в этом начинании, в этом желании показать участникам полумарафона, что Гатчина готова, Гатчина ждет и будет крепко болеть за всех участников этого полумарафона. За 5 лет мы его увеличили в 10 раз и по количеству участников, и по количеству обслуживающего персонала, по бюджетной смете в 10 раз вырос полумарафон. Каждое спортивное мероприятие, которое мы организуем на территории нашего города, мы вкладываем в него душу, большие силы, без разницы, знаковое, незнаковое. Для нас важно, чтобы каждый участник ощущал такую заботу и опеку оргкомитета, как будто бы они наши самые близкие, родные. Наш председатель Елена Николаевна Волоскова это ставит во главу при организации подготовки абсолютно любого соревнования. Поэтому, конечно, для значимости тот 5-летней давности полумарафон и сегодняшний полумарафон, они имеют одинаковое значение, но цифры, конечно же, в 10 раз намного выше, больше. Пришли мы к этой идее давно. Сначала проводили старты, как всегда, в межсезонье с клубом «Сильвия». Это был ноябрь, начало декабря. Проводились 15-километровые забеги, потом марафон проводили года 3. Потом увидели, что количество участников не растет, и стала развиваться дистанция полумарафона. И мы решили этот тренд подхватить, развить. Поняли, что это то, что нужно участникам, дистанция не длинная, не короткая, по силам многим спортсменам. И поняли, что не ошиблись. Каждый год полумарафон стал удваиваться в количестве, и мы видим сейчас, что это один из крупнейших полумарафонов в России. Много волонтеров, много судей задействовано, то есть на каждого участника не менее, на каждые 100 человек не менее 10 волонтеров или судей. То есть у нас около 100-150 людей заняты в обслуживании этого мероприятия. И это большое дело, большое спасибо им за это. Мы объединили 5 пробегов в серию «Гатчина Ран». Это пробег 12 июня по аллеям истории. Это длинные аллеи в конце августа. Гатчинский полумарафон, пробег межсезонья за 3 недели до полумарафона. И пробег «Здравствуй, Новый год». Мы объединили их и развиваем. Хотя есть еще пробег, посвященный дню рождения клуба, то есть даже 6 получается пробегов. Все они разбросаны в течение года и несут свою роль и находятся на своем месте. Венцом, безусловно, является гатчинский полумарафон. Мы надеемся, что каждый старт будет проявлять как в количестве участников, так и в качестве обслуживания. На этих стартах мы оттачиваем свое мастерство и совершенствуемся.
Он первый раз проходит в центре города, и это для нас большое событие. И так получилось, что он и является юбилейным пятым, то есть для нас тоже праздничным полумарафоном. Но с каждым годом количество участников у нас растет. В этом году мы замахнулись на 1000 и желательно больше финиширующих участников. И все идет к тому, что мы эту планку выполним. Опять-таки стараемся смотреть на уровень зарубежных полумарафонов, очень крупных. Ну, в масштабах страны мы очень большие по масштабам страны, но, конечно, впереди московские старты, московские полумарафоны, потому что там и уровень проведения, и количество участников, оно намного больше, чем в нашем небольшом городе, хотя люди съезжаются и из Петербурга, и из Москвы, и достаточно много в этом году участников из-за рубежа у нас. Это ближнее зарубежье, Белоруссия, Украина, также есть из Эстонии участники, из Германии, из Великобритании. В этом году на полумарафон к нам приехали спортсмены очень высокого уровня. Среди них члены сборной страны Алексей Соколов и Алексей Соколов-младший. И я надеюсь, что они покажут очень хорошие результаты на нашей трассе, что, несомненно, поднимет престиж мероприятия. На самом деле, ну, не то, что захалявил, но было немножко тяжело, потому что только, ну, можно сказать, на тренироваться начинаю, и, ну, после травмы, можно сказать, я только отошел. Ну, вы знаете, на что на чемпионате Европы получил травму, не смог дистанцию закончить. Поэтому, ну, было тяжеловато, да. И если бы не супруга Ольга не покричала бы за 150 метров, я бы, наверное, скорее всего, не прибавил бы и, ну, вторым бы прибежал бы, потому что, ну, не хотелось особо прибавлять. Ну, все-таки она покричала и собрался. Трасса на самом деле очень классная. Если, конечно, ее вот все сделать, сертификаты для организаторов, может быть, даже вот уже говорил, что немножко пораньше привезти, чтобы было потеплее, чтобы люди смогли бежать, ну, не как видите, что в длинной форме, может быть, чтобы вот в короткой можно было бежать, то результаты будут здесь хорошие, потому что и сама трасса, она такая довольно скоростная, и не сказать, что она халявная, потому что все-таки есть небольшие подъемы. Ну, она действительно, вот, например, вот международного уровня. Вот, мы бежали вот с Алексеем старшим так, на чемпионате мира, когда вот было где, вот, там было тоже три круга трассы, было 15, 15 и 12, и круги очень похожие. И вот, трасса вообще классная, очень понравилась. Главное, чтобы, я думаю, чтобы трасса эта не менялась, чтобы вот, действительно вот, застал бить, чтобы она вот, была именно такой, вот, какая есть. Я слышал, что вот, позапрошлые годы она была немножко другой, и там было вроде даже как немножко неудобно, а вот это, я, в принципе, считаю вообще идеальный вариант, что менять вообще ничего не надо. Удачно получилось. Папа, тренер, был уверен в том, что все получится, и в принципе так и случилось. А по дистанции мне помогал бежать мой хороший друг Леша Харитонов. Я думаю, что без его поддержки мне было бы тяжело бежать одной сегодня. Я всего лишь один раз пропустила, а так я каждый раз этот пробег бежала, ни разу, то есть не было такого, чтобы я там захалявила. Это как-то у меня уже было это. Планов всегда. Честно говоря, сегодня вот именно этот данный пробег сейчас для меня был вот не как раньше гатчинский. Чувство было немножко другое, возможно, даже как будто в Европе бежишь. То есть это офигительная поддержка со всех сторон, музыка, крики, люди. Это настолько приятно, и мне понравилась эта трасса. Очень хорошо, и все, ну, то есть размечено, все было понятно, все было ясно. Чистая, ровная, хорошая, машины не мешали. То есть мне больше, наверное, вот это нравится трасса, чем то, что было. Хотя и раньше было все хорошо, но сейчас вообще супер.